Я рад всех приветствовать, и сегодня у нас вот такой вот квадрик от фирмы XK, называется моделька X251. Если помните, от этой фирмы же был у меня 3D квадрик, модель называлась Stand 350, что ли, как-то забыл уже, но он был реально крутой. Вот. Надеюсь, этот не подведет. Как видите, он у нас не простой, а с бесколлекторными движками и с инструкцией полностью на китайском языке. Ничего себе! Друзья мои, да тут еще и разбираться, и разбираться. Сейчас вытащу, подождите. Наверное, вот так. О, угадал. Все правильно. Значит, что мы получаем? О, я думал, он побольше. На картинке-то он большой, а здесь маленький. То есть тот 350 был как бы 350. А этот у нас 250 получается какой-то. Так, в комплекте квадрокоптер. В комплекте зарядное устройство для двухбаночного аккумулятора. Блок питания для нашей зарядочки. Как видите, аппаратуру вы узнаете, да? Она точно такая же, как и была на том. Мы ее достанем. Это достанем. И все. И вся комплектация закончилась. Удивительно. Ой, какая кнопочка. Смотрите-ка, красная кнопка. Можно нажать, и что-то произойдет. Сдуем отсюда все. Так, здесь у нас крутилочка справа, модбэк, это у нас, понятно, да, управление квадриком, F-мод флап, GS джир, двойные расходы, throttle hold. А нужен он здесь вообще? Не 3D-шный квадрик, не знаю. То есть, знаете, весь понапичкан, а в принципе он ничего не имеет, не умеет. Значит, мы получаем в комплекте запасные винты, как видите, да, нет никакой защиты. Мы получаем квадрик с бесколлекторными движками. Друзья мои, бесколлекторные движки – штука долговечная. При этом квадрик стоит $120. Это классно. И такая вот карбоновая рама, либо под карбон рама, тут уж точно не знаю. Как видите, летает он вот от такого вот синенького аккумулятора, 7,4 вольт, 950 мАч, 25C, двухбаночный, и здесь у нас нет никакого силового кабеля, то есть через балансирующий разъем мы его заряжаем, и через него же мы питаем наш квадрокоптер. Не повторять, не включать без аппаратуры, я просто хочу посмотреть подсветочку. Вижу подсветку сзади, а что-то в описании было сказано, что там подсветка, круто, ночью летать. Не знаю. Нету больше реально ничего. Значит, что умеет? Делать флипы умеет. Летать вперед-назад, вправо-влево умеет. Да. И здесь есть режим 3D. Не то чтобы 3D, да, а не то, что полеты вверх ногами, как у того. Просто режим, скажем так, с отключенной, скорее всего, системой стабилизации полностью. Проверим. И режим 6G. То есть система стабилизации 6-осевая для новичков. Вот. В принципе, и ничего здесь за эти деньги больше нету, но можно дополнительно сюда прикрепить опциональный FPV комплект. Камера плюс видеопередатчик 5,8 ГГц. То есть, если кто хочет по FPV. Тут как бы, в принципе, есть. Я думаю, он достаточно мощный. Мы имеем бесколлекторные моторы. Тут все дело зависит уже от его наклонов. Как будет на нем комфортно летать, некомфортно. Весит он, по-моему, без аккумулятора там 205 грамм, что ли. То есть, коробка, я коробку брал, я думаю, что он такой легкий квадрик, там или нет. Как видите, он оказался там. Потому что весит он немного, реально. Я просто думал, он реально побольше. Оказывается, X251 означает, что это квадрик, ну, практически 250 размера. Друзья мои, погнали в поле, протестим его, посмотрим. Я думаю, квадрик должен быть веселым. И меня не разочарует. Так, в общем, полетал я на нем. Сейчас я вам покажу и расскажу, что о нем есть. По инструкции, чтобы на нем взлететь, нужно сделать дизарм. Или арм, наоборот, да? Но, как видите, он взлетает полностью сразу. Никаких армов, ничего не нужно. Значит, здесь мы имеем throttle hold. Как видите, отключение движков. Но это не нужно. Он не 3D-шный. Он не вертолет. То есть, я не знаю, зачем этот режим. Опять же, ну, это аппаратура, как у 3D-шного квадрика была. Либо она там от вертолета, да? То есть, ну, можно побаловаться, допустим, сделать. Здесь имеем двойные расходики. Здесь кнопочка, это запись видео, которой у нас нету. Здесь эта кнопочка переключения 6G в 3D режим. Эта кнопочка, этот тумблер не работает. Вот. Также имеем здесь неплохие настроечки. Значит, мод надо зажать.
Все, и колесико можем покрутить. Здесь мы реверсы, двойные расходы, экспоненты, там гиры и прочее. Но можно сюда не лезть. Вот, к примеру, двойные расходики, да? Первые 80, вторые 100. То есть мы можем с 80, допустим, сделать 50, чтобы квадрик был более вообще там медленный. Но мне это не нужно. То есть, ну, как бы, есть глубокие настройки. Вот, что радует, да? Ну, реверсы тоже не нужны. Ну, как бы, это может подключение там другого квадрика или верта, да, там, для настройки. Для этот летит из коробки, и больше нам ничего не нужно. Значит, я буду летать сразу на максимальных расходах. То есть 100 у меня там максимум стоит. И сейчас посмотрим, какой он резвый. Я вам покажу. То есть вот он у нас. Работает тихо, плавненько все-таки. Бесколлекторные движочки. И вот так летит. Ветра сейчас нету. Но я вам скажу, что он в плане полетов достаточно веселый и достаточно быстрый. Вы видели, как он сейчас пронесся, да? То есть реально полетать на нем можно весело и относительно быстро. Конечно, не супер, но километров 65 идет, наверное, вот так вот. Вешать на него GPS-метр как-то тяжеловато ему будет. Это уже будет немного не тот показатель все равно. Значит, вот плюсы основные. Очень тихий и очень хорошо, достаточно быстро летает на максимальных расходах. Ну, умеет летать плавно, если вы этого хотите, конечно же. Да? Вот, значит, что у нас еще? Режим 3D. Дергаем тумблер. Абсолютно никаких изменений. Абсолютно я ничего не заметил. То есть он как был у нас системой стабилизации, так и остался. Может, мне такой достался? Ну, в общем-то, непонятно, что там понаписали в инструкции. Но, судя по инструкции, это и есть переключение. Так, и все. То есть вот запись видео, если вы купите Wi-Fi, FPV сюда 5,8 ГГц, то будете летать, смотреть и снимать. Опять же, за там небольшие, я думаю, деньги получите, скажем так, не очень качество, но аппаратура нам обещает 300 метров связи управления. Сколько FPV уж там, я не знаю это. Так, и все, понимаете, он больше ничего абсолютно не умеет. Флипы на нем делать можно только хитро. Это полностью вырубить движки. И никак, да? Ну-ка, сдернем сюда тумблер. Короче, надо его как-то вот закидывать. Понимаете, просто на коробке написано 3D-флипы. Да нифига нет у него флипов 3D никаких. Вот, сделал только такой вот непонятный флип. И все. В общем-то, далеко не тот 350-й, который был 3D-шный, которым можно было реально делать любые трюки. Этот все-таки... Хоть бы сделали отдельную кнопку. Я думал, красная кнопка на флипы. Оказалось, нет. Вот, пожалуйста, крутите такие. Ну, в общем-то, веселый в плане полетов, но в плане каких-то флипов и прочего не веселый. Но скорость есть, да. Ну и плюс мы получаем бесколлекторные движки, которые долго служат, если их самому не убивать, в отличие от коллекторных. Так, ладно, давай садиться тогда. Смотрите, покажу вам, как работает throttle hold. Чик. Он не нужен, потому что мы можем стик просто тупо вниз опустить. И все. В общем, получился интересный квадрик с бесколлекторными движками, скажем так, долговечными, да? Можете повесить сюда Runcam, Mobius, поснимать что-то, без проблем потянет, или установить штатный FPV, если хотите посмотреть от первого лица, скажем так, и полетать, и достаточно быстрый. Вот, я хочу отметить, на максимальных расходах летит очень весело. Непонятки с инструкцией, непонятки с надписями на коробке, какой режим 3D, где отключение стабилизации, я не понял. Где флипы, я не понял, я все тумблеры передергал, ничего такого не работает. В общем-то, вот это я не понял. В общем, отключение стабилизации бы полностью, 3D режим бы здесь, и вообще бы был очень веселый. Но стабилизация в любом случае есть. То есть вот этого мне не хватило сейчас на нем. То есть, ну так мне скучновато, да, летать просто, хоть и быстро. В общем, друзья мои, все ссылочки в описании. Квадрик веселый, но с непонятной инструкцией китайской. Всем пока!